Самбо – относительно молодой, но довольно популярный вид спортивного единоборства. В его основе лежат приемы защиты и нападения из разных видов боевых искусств. Некоторые из них воспитанникам спортивного комплекса «Юность» продемонстрировал Яков Яки. В честь Всероссийского дня самбо здесь провели открытый урок для детей. Отработали борцовскую технику, также отработали ударную технику. Ребятам показал, как эффективно работать, работать стойки, также работать в партере. Тренировка прошла в рамках проектов «За самбо» и «Детский спорт» партии «Единая Россия». Обе эти программы нацелены на приобщение молодежи к занятиям спортом и создание сильного и духовно развитого общества. Очень радостно видеть, что обновленный по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева спортивный комплекс стал более вместительный, современный, конечно, удобный для его посетителей. Сегодня в Химках уделяют особое внимание развитию массового спорта. И масштабная модернизация спортивного комплекса «Юность» тому подтверждение. В рамках народной программы партии «Единая Россия» там обновили двухэтажный тренировочный корпус площадью более 1200 квадратных метров. Укрепили фундамент, стены и кровлю. Заменили всю систему коммуникации, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.